Даже обычный букет невесты может пустить под откос всю свадьбу. Но если знать несколько простых хитростей, то пережить этот самый счастливый день получится расслабленно и без эксцессов. Утро невесты. Думаешь, оно счастливое и безоблачное? Как бы не так. За мыслями и волнением проходит полночи. Эй, ты что еще спишь? Замуж пора выходить. Какой кошмар, проспала все на свете, это провал. Не паникуй, все исправим. Настоящая подруга ни за что не оставит в беде. И пока невеста быстро вспоминает все свои навыки мейкапа, дружка работает плойкой. Кудри всегда отличное решение. А теперь собираем небольшой хвостик на затылке. Пропускаем локоны под резинкой несколько раз, пока не получится аккуратный пучок. А ты не подсматривай и не отвлекайся. Красься. Делаем жгутики из свободных локонов и накручиваем их на гульку. Только не собираем все волосы, пару локонов оставим на свободе. Несколько нежных заколочек. Ну как тебе? Да ты настоящая волшебница. Прическа просто вау. Самое время примерить платье. Милая, как же ты прекрасна. А можно я украду тебя у жениха прямо сейчас? Эй, только без слез, иначе мой экспресс-макияж сейчас пойдет на смарку. Наверное, самый большой страх каждой девушки – не влезть в платье подружки-невесты. И когда он сбывается, очень важно, чтобы рядом были и плечо, и смекалка лучшей подруги. Только без паники. Если я втяну живот еще сильнее, я задохнусь. Не нужно ничего никуда втягивать. Схитрим немножечко и аккуратно загнем края. Ты знаешь, а платье с открытой спиной смотрится даже лучше. Осталось только закрепить. Дорогая, выглядишь просто восхитительно. Ой, чуть букет не забыла. А я такая стою, а фата такая назад. Знать бы, как это раздражает. Милая, ну сколько можно ждать? Поехали уже жениться. Да сними ты эту фату. Еще чего? А как же этот самый романтический момент, когда жених поднимает фату и впервые целует невесту? Чтобы ветер не испортил трогательный момент, используем заколки с камнями. Прикалываем их по краю фаты. Ну-ка, попробуй теперь сдуть фату с утяжелителями. Любимая, ты самая гениальная девушка из всех, кого я знаю. Наверное, поэтому ты на мне и женишься. Побежали, церемония уже вот-вот начнется. В день свадьбы так хочется позаботиться обо всем, что забываешь о мелочах. Подобрать подол платья, например, выходя из машины. Водитель, стойте, верните юбку! Выходить замуж с голой, ну, сами понимаете. То-то гости удивятся. Лучше уж праздновать без фаты и сделать из нее красивую пышную драпировку. А тело прикрыть оставшейся частью от платья. И нечего заглядывать, что там под юбкой, это частная собственность жениха. К свадебной подготовке образа женихи и невесты подходят по-разному. Просто некоторые мужчины не особо переживают по поводу своего внешнего вида. Главное же, чтобы человек был хороший, правда? Ну и что, что в разных носках? Ох, и что мне с ним делать? Любимая, ну как я выгляжу? Ну поправь же рубашку. И куда ты смотрел, когда застегивался? Да, больно представить, в каком виде он заявится на свадьбу. Так, брюки, рубашка, жилетка. Столько предметов гардероба он точно не осилит. Но ничего, пойдем на маленькую хитрость. И сошьем все детали образа вместе. Жилетку к рубашке. К воротнику бабочку. Снизу приметать брюки с носками. И костюмчик готов. Теперь он точно ничего не перепутает. Вот досада, проспала еще собираться. Так-так-так, что-то не то. Обычно костюмы выглядят как-то иначе. С другой стороны, костюм-комбинезон – это даже удобнее. Одним махом надеть все сразу? Какая экономия времени? Только вот пока все это на себя натянешь. Фух, осталось самое сложное – пуговицы. Но даже с лучшими намерениями не все получается идеально. А носки-то? Носки! О нет, жених в своем репертуаре. Свадебный день насыщен событиями. И чтобы сохранить эти ценные и трогательные воспоминания, без фотосессии не обойтись. Улыбочку покажите страсть. А теперь чуть меньше страсти. Покажите мне счастье. Счастье в кольце. Поближе друг к другу. Вот так, отлично. А теперь счастье в сердечке из рук. Перфекто. А еще можно сделать фото с телефоном. Оригинально.
А теперь в ход идут мыльные пузыри. Больше живых эмоций. Прекрасно. Креативности этого фотографа можно позавидовать. А зачем ему маркер? Сейчас все увидишь. Закрепим романтический фотосет снимком с любовным замочком. Как это мило. А что, если сделать пару кадров с этого ракурса? Эй, руки прочь! Да за кого вы меня принимаете? Все ради искусства! Почти все невесты, которые мечтают о пышных платьях, не догадываются, сколько сил и нервов отнимет банальная посадка в машину. Да как же всю эту пачку поместить в салон и не испачкать? Караул! Настоящее расстройство. Но подружка-невеста знает, что делать. Сумка для покупок и ножницы исправят ситуацию. Раз отверстие, два отверстия. Вау, какие шортики! И не простые, а защитные. Аккуратненько пакуем платье, а теперь тебя в машину. И никаких неудобств. Согласна ли ты, Элис, взять в законные мужья Майкла? Конечно, да. Время обменяться кольцами. Кольцами обменяться пора. Накладочка получается. Пора подключать тяжелую артиллерию. Помогите, помогите. Подружке невесты плохо. Ужас какой. Ты слышишь нас? Очнись. Отбой, кольцо найдено. Ой, простите, ребят, такой трогательный момент, не сдержалась. Объявляю вас мужем и женой. Ну вот, сейчас опять не сдержусь. Но даже если кольцо на месте, есть риск столкнуться с другой проблемой. От нервов, жары и многих других факторов пальцы могут чуть распухнуть. Такой сентиментальный момент. Кольцо! Ни туда, ни сюда. Ну да надевайся же ты. Эй, будущий муж, постарайся сильнее. Никак. Говорят, что при отечности пальцев нужно поднять руку вверх. А чтобы гости ни о чем не догадались, сделаем вид, что это новый флешмоб. Ну же, быстрее надевай. Ура! Я теперь жена. Подруга, спасибо за ценный лайфхак. А теперь не менее важный вопрос. Кто поймает букет невесты? Было бы справедливо, если бы он достался лучшей подруге. Дружка целый день на подхвате и, конечно, заслужила этот маленький бонус. Тем более, что букет у нее уже есть. Дело за малым. Элис делает вид, что кидает цветы и незаметно прячет их под платье. И вот теперь выход Ники. Ура, я поймала, поймала! Теперь вы знаете, чья свадьба будет следующей. И почему это Райан так расстроился? Но главное, подружки завидуют, а значит, мы сработали на отлично. Дай 5. Минус летней свадьбы в том, что подаренные цветочные букеты вянут почти моментально. Срезаем с розы головку, надеваем на стебель пупырчатую пленку и опускаем цветок в стеклянную емкость с водой. Заполняем вазу крупными бутонами. Оставшееся пространство украшаем мелкими цветами. И вуаля! Видишь, даже из увядающего букета можно создать изысканный свадебный декор. Очень красиво. И кто придумал, что свадебный торт обязательно должен быть высоченным? Эти люди хоть знают, сколько он стоит? А сколько надкушенных кусочков потом приходится выбросить? Ну уж нет, бесцельно тратить деньги – плохая идея. Лучше схитрите вместо нижнего яруса использовать муляж из пенопласта. Аккуратно разравниваем крем, а вот сверху поставим настоящий тортик на подставке. Замаскируем кремом стык, и никто ни о чем не догадается. И декор куда же без него. Вау, какой огромный торт! Фотки с ним будут просто шикарными. Все, как я и мечтала. Только режем аккуратно, вы же помните? На свадьбе все должно быть продумано до мелочей. Но в этой посуде всегда почему-то забывают. Как результат, стаканы во время фуршета путаются. Так, и где мой бокал? Вот это неразбериха. Решение этой проблемы проще не придумаешь. На ведерко с чистыми стаканами крепим объявление, чтобы гости подписали свою посуду. И кладем пару маркеров. Ники подает пример и первый пишет свое имя на стаканчике. И никаких проблем. У каждого свой именной бокал.
Понравились наши лайфхаки для свадьбы? Тогда скорее пиши в комментарии, какой из них показался тебе самым полезным. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше креативных идей от команды Трум-Трум Селект.